Полотенце. Знак покорности — грубый крест. Знак служения — полотенце. Но порою растет протест в человеческом нашем сердце. Легче нам служить на показ. Честолюбие похвал желает, но святой Господь каждый раз незаметный труд предлагает. Против гордости этот бой, труд в тени — это смерть для плоти. Для людей быть простым слугой без внимания к своей работе. Быть ничем легко на словах, тем, кому этот путь неведом, но на деле склониться в прах — это Божья в тебе победа. Не зависеть от добрых слов, как же ты, молодец, спасибо, просто делать тот труд Христов так же просто, как наш Спаситель. Иисус полотенце взял и к ногам наклонился грязным. Свое место осознавал Царь Вселенной, слугою назван. Это в голову не пришло ни Фоме, ни Петру, ни Матфею. Быть униженным тяжело, стать слугой еще тяжелее. Из 12 никому не хотелось быть в этой роли, чтоб товарищу своему без стеснений и без боли вымыть чистой водой ступни. Этот шаг не умещался в сердце. Но пока сидели они, сам учитель взял полотенце. Сам Спаситель спустился вниз на мозолистые колени. Это не был его каприз, это было его служением. То был высший для нас урок и последний пред крестной мукой, самолюбию людей упрек, для надменных сердец наука. И в пути я уже не раз вижу тех, кто усвоил это. Божьи слуги без громных фраз от рассвета и до рассвета скромно делают малый труд, поправляют больным подушки, свежий хлеб в чей-то дом несут и стирают белье по старушке. Кто-то в церковь придет за час, чтоб за пастора помолиться, чтоб тихонько, без лишних глаз, здесь для царствия потрудиться. Кто-то, зная беду людей, пишет письма, вселяя веру, от которых в душе теплей, из которых любовь без меры. Кто-то мусор спешит убрать, кто-то будет мыть унитазы. Он не думает выбирать, не откажет слуга ни разу. Вижу тех, кто служить другим у Христа самого научился, кто не бродит, не бросит свой путь слуги, кто идти до конца решился. Тот, кто будет у чьих-то ног находиться с любовью в сердце, тот усвоил святой урок, взял из рук Христа полотенце.